друзья, всем привет, большой привет. Поднимаюсь в горку, как вы видите, по ступенькам. Я приехала на улицу Лавровая. Ну, тут рынок, площадь, храм Спиридона Тримифунтского. Мы были в прошлый раз здесь с вами. Я решила снова обновить свои впечатления. Универсальный рынок. Сегодня у нас дождичек небольшой. Ну, тепло. 21 градус. Так, гастроном черёмушки. Оптовые цены. Ну, мне туда не надо. Перчик 3 рубля. Здесь много павильончиков всяких разных. Скорее бижутерия, допустим, да? Конфеты, слушай, ну хорошенький. Хорошенькое место. И там по рыночку хочу пройти, кое-что глянуть. Магнит большой. Спросила конфеты, Нальчик пока не возит. Я помню, у них здесь прямо такое кафе. Может быть, вот это вот Босфор с выпечкой. Прямо, по-моему, два зала. Давайте зайдем посмотрим. Да, вы посмотрите. Ой, 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 как все роскошно. Морковный. Вот вам семиты. Не надо ехать в Турцию. Любителям семитов. Я, правда, не понимаю. Обычное тесто сухое. Безвкусно. Хлеб кукурузный. Вот это вот я, наверное, возьму. Отсюда вытащу. У нас там продается рядом огромная булка. Я ее не съедаю. Печенье. Вот это вот, кстати, очень вкусное кокосовое печенье с кофеечком. Утром, вечерочком, шоколадно-карамельное. Тоже вкусно. Ну, надо завязывать с этим. Я чувствую, что у меня так уже пуговичка-то расходится на брюках. Мам, идем яблоко, сердце на родине. Вот вам турецкие сладости всякие. Ну, я их тоже не люблю. Для меня они слишком сладкие. Я стала очень. Он уже идет. Пойдем понемножечку. Новый рынок огромный. Интересно, а тут цены какие? Огромные. Ну, как-то ничего особенного я на этой Лавровой не увидела. А что я хотела увидеть? Ну, кое-что. Купила хлебушек этот маленький кукурузный. И печенье кокосовое. 3 штуки, но оно большое. Для кофе мне. Перехожу дорогу. Только зрители мне посоветовали кафе «Вавилон», что здесь самая лучшая лодочка. Я нашла наконец-то. Так, ну, лодочку я, наверное, сейчас не хочу, а я бы... Хаш тут есть. Я бы бульончика, супчика какого-нибудь бы съела. Отзывы хорошие по этому кафе. И ручки помыть. Так. Ну, давайте посмотрим, что есть у них. Все, видите, закрыты пленочкой. Это хорошо. Стоят в холоде. Я возьму какой-нибудь супчик. Народу много тут. Народу много. Каш. Представляете, порция, а я бы заказала половинку. Я забыла совсем про него. В следующий раз закажу с хрящичками. Вон там женщина. Так, не видно вам, ладно. Так, я взяла харчо и лаваш. Заплатила за вот это все 340. Цены тут у них не маленькие, хочу сказать. А хаш, половинка порции будет 400 рублей стоить. Но я завтра за хашем приду. Знаете, взяла немного. Я каштана. Буду каштан жарить на сковороде. Она мне рассказала, как. Я люблю каштан. В Турции попробовала первый раз. И купила их местную грушу. Попробую. Она говорит, сочная, очень сладкая. Ну, попробуем. Купаю себе такие цветочки.
А вы мне еще заверните что-нибудь. Правда, красивый букетик. По 60 рублей розочки. Ну что это? Порадовать. Глаз-то. Эти помидорки, ага, они разных сортов, попробую. Это называется мохитос. Мохитос, а это? Это парадайз. Вот, мне кажется, парадайз брала вкусные. Ну, мохитос тоже выглядит неплохо, нет, да? Нет, это очень вкусно, да? Так, взяла кинзу пучок. 30 рублей. Ну, вот хороший дядечка, приходите к нему сюда. Так, и петрушечку. Все, затарилась, пошла. Я же вам, кажется, не рассказала свои впечатления о кафе «Вавилон». И о харчо. Что хочу сказать. Классический харчо, никаких изысков, на баранине. Вкусно. Мне было вкусно. Практически не острый, но на столе, пожалуйста, перец добавляйте. И вот этот лаваш, я его лепешкой называю. Вкусный. Знаете, вкусный. И женщина брала, я выходила, а у женщины была готова уже лодочка маленькая, но она совсем не маленькая, слушайте. Она очень даже не маленькая. Я, конечно, вернусь в этот Вавилон за хашем. Ой, там женщина выловила прящики, а я же их обожаю. И хлебала этот хаш. Потом, наверное, съест хрящички. Вот, я за хашем приду в следующий раз. И... еще за лодочкой потом. Ой, как хорошо дышится. Я люблю пасмурную погоду. Теплую пасмурную погоду. Очень приятно. Так, ну все. Вечером сделаю салат из помидор с зеленью, с мацони. И чаек-кофеек у меня с печеньем кокосовым. А завтра театр. Я вот вам, помните, говорила про тапочки, что вот так вот сунул ногу, пошел в магазин, спустился или с собакой погулять. Но у них вот сейчас, они вот 200 стоили, да, по-моему, в прошлом году. А сейчас у них распродажа, они закрываются по 1000 рублей. Но уже нет размеров. Уже нет размеров. Ну, у кого маленький размер, приходите, смотрите. Тапочки теплые, да? Вообще не очень теплые. А вчера мне продавец посоветовала купить вот эти страхотки. Вы знаете, я сначала отказалась, потом примерила. Они такие теплые. Они такие теплые. Сейчас посмотрю. Что тут подошва какая. Да, в них тоже можно выскочить на улицу. Их же у вас берут, да, тоже? Вчера. Хорошо беру. А, еще размеры поднесла. Ну да, она говорит, пришла семейная пара. Жена взяла, и муж говорит, я тоже хочу. Они ему маловаты. Со скидкой сейчас вообще все берут. Ага, ну говорит. И мы берем со скидкой. Ну, я, наверное, возьму их, потому что тапочки хорошие, теплые. Зима впереди, у нас-то в Сибири вообще. Да, сам Бог велел. Ну, такие вот прикольные надел. Вышел, выскочил. Уже благородный. Ну да. Серенькие есть. И коричневые. Но я, наверное, возьму коричневые. Они как-то теплотой больше дают. Так, девочки, стоят вот такие тапочки 600 рублей со скидкой. Вы сейчас таких тапок нигде не найдете за такую стоимость. Откровенно говоря, была на нескольких уже рынках. Вообще таких тапочек нет, начнем с этого. А какие есть, те 1800. О, ну я бы вот эти прикольные взяла. Ну ладно, обыток, обыток. По улице вот так пойти. Ну хорошенькие. Нет, не страхотки. Ладно, беру свои слова назад. Дело в том, что они теплые. Я вчера мерила, маленько постояла, у меня прям ноги очень. Купила эти тапочки, потому что если я их не куплю, буду потом жалеть. Ну, нет у нас такого товара в городе, да? В Адлере нет такого. На самом деле, специально по рынкам прошлась, таких тапочек нет. А то, что есть, не очень. 1800 стоит. Ну что? Так что опять я вся в покупках, друзья. Ну что делать? Что делать? Вот такой, да, смотрите, как красивая женщина одетая.
все светленькое. Ну, красиво ведь. Подытожим мои сегодняшние покупки. 5 литров воды. Это моя уже третья бутылка. Каштаны. Пожарю. Люблю. Кокосовое печенье. 3 штучки. К чаю кофе. Местные груши. Смотрите, какие помидоры шикарнейшие. Я брала уже, вы помните, они очень вкусные. Прямо вкусные помидоры. Взяла петрушку и кинзу. Хлеб маленький. Ну, вот так вот, с руку. Кукурузный. Так. Это все мои продукты. Тапочки. Довольно. Мои вот эти легкие тапочки, которые покупала в Пятерочке, 545 рублей. Ну, и теплые 600. Есть ведь разница, правда? Какая красота. 60 рублей роза. Листики живые все. И зелень какая-то зеленая, да? Светлая, красивая. Ну, как приятно жить в Адлере, друзья. Как приятно жить в Адлере. Я сейчас маленько отдохну и пойду на море.